Добрый день, дорогие гости Музея музыки и фольклора народов Якутии. Сейчас мы все здесь собрались на мероприятии «Уроки мужества». И первым номером у нас сейчас выступит женский народный ансамбль «Далбар» с песней «Каталык» на слова Макара Хара и музыка Захара Винокурова. Они занимаются в доме Арчи, и они с большой радостью согласились и сами даже, вы выступили с инициативой выступить на нашем мероприятии. Поэтому давайте поприветствуем. Иванович Егоров. Николай Григорьевич Гребенников. Председатель Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Тарсия, ветеран Афганской войны. Георгий Александрович Малышев. Председатель Организации Союз ветеранов-добровольцев Оркестра специальной военной операции Республики Сахалин.
награжден Черным крестом Вагнера, медалями «Бахмутская мясорубка» и «За взятие Бахмута». И Вячеслав Анатольевич Соловьев. Медалями за отличие, за ратную доблесть, за мужество и отвагу, за отличную службу. А теперь я слово хочу предоставить Ивану Петровичу. Люхин был боевой доктор. Он был лекарь, чьи бывай Эдер Чаттар. Он где еда, парутлер, эрде, музыкальный, дельдевит, эзидевит. Тогда мы сахалы сахалы, мы сахалы кутлах, этнические бейби культуры, духовные тюрьмы, салайтеры, кинер, элендуры, реалии, сахалы тоға арбатын дектеры. Хотя мигим анна, мучалы мусульпайдар дебиттерегінен баран мигим анна тұрадарымне, мусульманырды элендурымен қалымыны, ақтаптылы портилерім яй, бидер, жылымында ачи. Оны бары 40-46 елегелер кейбет, еге қадағын сөйлегейбет. Нар оны болынген, тоғы елерге кейбет, бейдет, бөлігін таптыға. Олығын көлікте, кене 40-сықта, кене бейдет, сырын, сұрға, бейдет, тұлыттан тақса. Еді тұлдырық бөлікте, сөйлегейбет. Ол күрді бейдет, сақа болап бөтіна. Бұл, дүйіп. Тери Исполнах, Кутуланах, Бейвит, Саврар, Тулнах, Боларлы, Бейвит, Туребиды, Дюнтын. Бұлдын ақта, ен тұртта, сынтыртта, бұлден тұрамын, бұл кедір чатырға. Бауыры өте, еге, бейі бұл, оғыттырын қамарыстарын, сынтыры тұрттып, зиттерін құрттып, бейді өйтіпіп, сақалы сіре, болматын тұрғы бар. Бейбет үйістілі көпудің, өйлілің бардың бейбет ұстапы. Ол жетерген ол білген бейі өйдуі бүтін арасия өрған кім болырар. Онына сола болған тұрамын бәрі бейбет ұлықта көтеліктің бағырмын. Оны білген бұл ұрып мұжысты. Әз сана тұғынан өлігі тұғын жүйе ақтек әпсейін. Үйінде жән тұрамын құманлық ұруқтары берінден, оны әдірі шықтарға дейдіңден, әдігерге мен өтемеді. Бейге бұл тоғыманлық болды жән. Оны бұл үйдіші әпінің құрдық әйе тоғы тәрінді кетті. Бастадан тұрамандық тәрілділер, тәрілділері. Ұруқ-ұруқаттан бұл Николай Григорьевичтің бейге. Оны тұрбыдың қатта берген бейге көбілер Суақ Сергей Чернов, Егендарны, Омон командира. Оны бейге көбілеріне сол болып бастығар сейбіт керуая, Сан-Саныш болан. Тәрі-бептет берген Итез Григорий, Эй Григорьевич, Тауман Кресылда ақтығаны, бұл музыйды. Бұл сүйбе беріше қылаға ролында ұлып сәрі болар. Бұл бейіттер, әдеметтер елімеді. Ені болмағаны қаған болған ипат, қарағы болған ипата да болуға, олақ сағыр күрттік болған ипат, өрсен әтәрпет. Ол күрттік болды да туға жебет, бейі қау болған ипаттар. Оларда Николай Григорьевич үлеті бейісі болығыр, онына әдір жаққа дейіндер үлеті сөпті бар әлерден. Бойынтар бары еді аңғаныз болды, еменге әдіп болды, сиелге болды. Еді құрдық, бейінші сәді қыттың ақтының ағымыда олар бары табилайдан бұл бейбі көлемдің тоған төс ұлдаққа әлсілдәдір оңғы көп, оны еді екке соқ болып болаттар. Құрдық, мен үйіске еліне кенеға соқ бейінші зәместетір болатады. Бұл тәлігін ұрып сөйліске ердіңіне, оның бастығы әресе ұрсылдарыға олықты қол болып, бәй-бәйдің үйкен көмі болар көтерілді біде. Ол сауыны бұсын арасында түптің бейінгі құрдық қоқтаны көмі келбеді де, әрәңі болып кәттен, маған сөйлеңіптен ол қалқада. Құдағыны сауығының кенай мақтыра күйбейді түрі
Совмещать, и чтобы служили молодые люди, учились,
и были профессионалы. Профессионал занимается своим делом. Вы знаете, что сравнить водителя военного, который в доли секунды мгновенно может сделать все, что угодно, или просто водителей самих, да, значит, что можно ехать спокойно и все, или на любого взять. Кто занимается стрельбой гражданской и снайпера, сравнить, это абсолютно разные люди, абсолютно разные мировоззрения. Я думаю, что все-таки должны и просто служить, и должны быть профессионалами, которые за это даже деньги получают, и хорошие, настоящие деньги, как мы все в мире. Ну, я думаю, так. Спасибо большое. И еще такой вопрос. Вот, вы защищали наше Отечество, участвовали в специальной военной операции. И расскажите, пожалуйста, вот почему и что вот вело вас туда для участия? Например, вот то, что обычный человек, например, мужчина, вот как? Что? Ты здесь ближе, давай. Меня зовут Георгий Малышев. Я работал в службе государственного заказчика. И в 2021 году, не было, в 2023 году, в 2022 году, да, мы оказывали помощь городу Кировска на Донбассе. Республика Сахалин-Якутия, восстанавливали этот город. Ну вот я когда здесь жил, ну, служба была заказчиком, я был начальником производственного отдела. Работа, пятница, тусовки, то все. Потом я приехал туда. И уже вживую увидел, что такое война. Мы же тогда не знали, ну как по телевизору показывал, кого-то бомбят, кто-то стреляет. Там вот живые люди, дети. Ну и вот тогда начал пробовать. Собачка. Все, и потом я попробовал уйти на мобилизацию, не получилось. И я пошел по добровольцам ЧВК Вагнера. Ничего не жалею. Брал город Баку. Там против нас водой воюют зверье. Это не люди. Это не люди в обычном понимании. Это даже не зверь, звери, это он просто так убивать не будет. Зверь убьет по необходимости. Там не люди, там. Я не знаю, как это сделать. Но я считаю, я свой вклад положил. Как говорится, с лихвой. Я работал в артиллерии. Так что у нас оптовые отправки по мне не единичные. Много народу, как говорится, перекрошили, бахло. За пацанов отомстили, но война идет серьезно, вот. Поэтому я туда и поехал. Нельзя убивать детей, нельзя просто так убивать людей, которые просто живут в городе. И они, может быть, даже и не хотели отсоединяться к этой Украине, чуть не слабо. Но почему-то вот те товарищи решили, что виновны все. Это просто едешь таксистом, он говорит, в соседнем дворе убило 6 детей, совершенно. Они просто кинули туда мину. Они кинули ракету по нам. 24 человека погибло в Москве. Ну и я не смог оставаться в стороне. Я считаю, я свой друг был. Если сейчас еще раз призовут, я пойду. Так что надо готовиться, мужики. Дело не в том, что профессионалы, не профессионалы. Там идет мобилизация их очень много. Туда приезжают с запада на юг. Профессионалов просто тупо не хватит. Идет выбывание кадров, раненые, убитые. Понадобится все. Поэтому готовьтесь, занимайтесь спортом, надевайте оружие. Разборка, сборка, стреляйте. Надо быть выносливым. Мы и будем выносливы. Мы можем долго и упорно работать, как лошадка, как мы. За это нас ценят. И мы не боимся. И у нас заднего хода нет. Там по барабану кто там, что там, короче. Вперед и все. Но вы готовьтесь, потому что если эти твари придут сюда, они здесь никого не пожалеют. Ни стариков, ни детей, никого. Там действительно, там не люди, будут иметь, это настоящий мир. Так что готовьтесь. Все готовьтесь. Неизвестно, сколько эта война продлится. А вот такой вопрос. Были ли в вашем окружении люди, на которых вы хотели быть похожими? Может, кто-то расскажет? Thank you.
скромная семья. У каждого был человек, который рядышком мог эти хлопья. И у каждого был командир. И рассказывать, конечно, каждый может, но, по-моему, не та ситуация. У нас бывает, мы о чем можем говорить, о чем не можем. Конечно, хорошо. И есть люди, и не каждого будет. А вот, например, из тех, например, людей, мужчин, которые жили по историческим фактам и так далее, кого бы мы могли вспомнить сразу же, например, похожие, кого как пример для молодежи, из тех известных, какие сейчас вот республики. Например, в прошлые годы у нас был генерал Кутузов, это вот простой мальчик из Покровска, он дослужился, получается, великого чистого генерала армии. Вот просто был нечем уже, кто-то такой же, ветеран Великой Отечественной войны. Ну, вы задали вопрос, вот у вас награды, там медаль за отвагу, говорит, расскажите. Он говорит, ну вот я был повар, я был в армии повар, вот в 42-м году, я постоянно кочегарил, там кашу варил, там все. Наши ушли там, варю, и говорит, из леса выбегает офицер, немец. Я посмотрел, не пойму, что делать, а где-то у меня винтовка была, они могут найти. Ну, он начал надо убегать, этот нашел открыл под кухней. Ну, я говорю, куда ты делся, там пахнулся. Выедает еще двое немцев. Ну, он этих пахнулся, и некогда ему там кочегарит дальше. И все сидят, слушают, а что дальше? Там много, там, наверное, стол был, и тише. Что же, есть событие огромное такое будет. А я иду, и что? Ну, вот это, оказывается, у него это был планшет с этими секретными картами наступления немцев. Вот за это мне дали отвагу, мне дали за отвагу. Ну а что дальше? А дальше тоже был повод. Это что? Это тоже подвиг настоящий. Это мой, моя задача поставлена. Солдат идти, напоить, накормить, чтобы они были сытые и чтобы они пошли воевать. Это тоже подвиг. Это солдатский, это самый настоящий солдат. Он не начал хвалиться, что я герой там. Я также дальше кочегарил. Я также воду возил, тоже носил кашу в бою. Я думаю, это тоже пример. Не то, что генералы есть. Это хорошо, герои Советского Союза есть. А есть еще рядовой состав, которых можно возвышать до небес, простых солдат, которые даже не оценены. Допустим, возьмем этот экипаж танка «Алеша». Если бы этот коптер не снял бы их, что он сказал? Говорит, а что мы там? Вот там есть такие танкисты, мы против них никто. То есть они еще круче нас. То есть вот таких очень много неосвещенных героев. А которые тут надо заниматься школьником, надо необходимо в архивы заниматься, поднимать вот таких солдат, таких офицеров, таких защитников, и о них говорить. Я думаю, это упущено в школах, но а восстановить это нужно. Спасибо. Спасибо большое за ваши ответы. Сегодня у юного поколения воспитывают патриотические чувства. И качество. Что, по-вашему, значит быть патриотом страны? Левый крыло. Да. Микрофон. Патриотизм дел расы дел мягкого. Патриотизм дел туда. Кем хотя бы именно? Патриотизм он на крово эхтен перегрытах, патриотизм, ну ого, потом эдем, стоян, ого, эки вэтлэте, армия эки гусполых эхтен, тону купук яны, он на Юрентелер раз. Это было. Ну, или додуну Люблюкер раз уверена. Ну, это пара. Крюшка надо, оди, так что Белем Бух надо. Патриотизм где? Ке? Ну, это было
Дириңіз исқоғанына өтті бір. Жон қайтық жүрегар кейлерге ұны өтті бір қайды. Бұл патриотизм мені арас ағады дұны ағамай бұл. Ағады дұны өттіне түрәбі дұйды бұл. Алас күн, жиағын, ағын, әйәғын, әбәғын деп құтып бұл. Қазақтарын ұғып тұрып, ұнып бұл қатайдысын деп. Вот для молодых людей скажу, да, начните свой патриотизм с изучения родного языка. Я думаю, что здесь тоже есть саха, которые, наверное, понимают, но сказать не могут. Да? Учите родной язык. Вот с этого просто нужно начать. Свою родину. Потому что изучение родного языка – это все. Понимаете? Я понимаю, что вот дети, которые не могут говорить на родном языке, это не их вина, это вина родителей. Родители, конечно, будут обвинять в этом интернет, детские сады и школы. Но на самом деле все зависит от папы с мамой. И тогда мне вот такие родители начинают объяснять, что виноват интернет, у меня ответ простой. Если бы ваших детей воспитывал я, то они бы знали два языка. Вот и все. Так что учите родной язык. И родители, допустим, вы же тоже когда-нибудь будете родителями, правильно? И сами, зная и владея двумя языками, детей своих обучают только одному. Это эгоизм. Видите ли, сама мама знает два языка, а ребенок только один. Соответственно, ребенок вырастет в развитии, отстающем от собственной мамы. Так что патриотизм можно начать даже с этого, с одного языка. И я хочу сейчас пригласить к микрофону директора колледжа креативных индустрий Аяр Устар Елену Григорьевну Яковлеву. Добрый день, дорогие наши гости, работники музея и наши студенты. Сегодня действительно хорошее мероприятие. Не просто по телевизору там где-то смотрят, да, вот где-то читают, там, да, вот смотрят в Ютубе. Получше могут действительно посмотреть, послушать, что и как вот у нас идет. Не на словах, да, вот патриотическое воспитание, а по-настоящему людей, которые были в Питере, в том месте, о котором нас рассказывают только по телевизору, да, вот, в наших социальных сетях. Поэтому, если у кого-то возникают вопросы, то, значит, вы можете сразу же спросить, если какие-то будут вопросы. Значит, ну, полный человек очень хорошо сказал, да, патриотическое воспитание действительно играет с семьей, с каждой семьей. Это должно впитываться, начинаться с молоком матери. И вот у нашего, наверное, народа есть такой интерес, что действительно вот мы, с одной стороны, говорят, что аласность – это вот плохо, да, вот как-то. Но с другой стороны, аласность, которая у нас в крови, идет с молоком матери. Это действительно тот патриотизм, который нужен человеку для того, чтобы осознавать, что ты с какого-то района, да, вот, с какого-то рода. Это все в купе, да, вот, объединяется, соединяется республику. Потом эта республика объединяется в нашу страну. И в этом сила всего народа, которая объединяет нашу большую страну. И я так думаю, что вот наши товарищи, Витя, еще спите. Так,
И это действительно сила наших студентов. Вот наши студенты – это специальность негативно-прикладное искусство. Ага. В основном это вот единственная специальность, в которой много мальчиков у нас. Из 600, сегодня сказали, 669 студентов сегодня, да, у нас больше. Из них только 23% мальчики. Остальные 77% – это у нас девочки. Поэтому, ну, как бы, девочки далеки, но все равно вот эти мальчики у нас на виду всегда. Мы гордимся своими мальчиками. Мы всегда говорим, что это наши защитники. Это вот с первых дней, когда они выступают к нам в колледж, там вот мы говорим, что да, это наши защитники, это единственные. Их мало, но мы их уважаем. И действительно, если так вот посмотреть, да, у нас из колледжа два человека участвуют, два сотрудника. Из маленького коллектива. Один мобилизованный, один у нас по контракту служит. Плюс мы гордимся нашими выпускниками. Одного выпускника мы в прошлом году потеряли. Двое у нас служат, и они приезжали на отпуск. Не забывают о своем колледже. Как только приезжают, они заходят и рассказывают уже время от времени их замечают. Но вот специфика, видимо, да, вот характер, менталитет людей, видимо, такой, что не то, что стыдятся, но вот почему-то много не разговаривают, много не рассказывают детям, да. Видимо, таким вот образом хотят защитить, это они, вы же только 18-летние становитесь. Кто-то только-только стал совершеннолетним. Это группа, которая поступила после 9 класса, третий курс. Да, вот. Ага. И вот, видимо, для того, чтобы защитить наше будущее, защитники, да, вот мальчики, которые приезжали, тот же наш, опять же, сотрудник, да, вот, мы им предлагали встречу, давайте организуем, расскажите. Сначала говорили, давайте, потом все-таки вот так-то говорит, передать, что нет, давайте все-таки, мы просто расскажем вам, напишем, а вы это все передадите. Значит, помимо того, что у нас, вот, как я сказала, служат наши выпускники, наши работники, мы со своей стороны делаем тоже свою помощь. Вместе с факультетом наши же обучающиеся девочки шили, как это называется, спальные шили, а сам по специальности обучается. И немножко объясни, из чего было изготовлено. Студентно, сотрудника, аятут, изделия, харусхал, без харах, из рога лося. Понедельника, передача поездкам можно потом аппаратарабыт, пыяя вот оттан передача будет ехать, дьяка влан ден, сюбеги спереды, договорец мартын денде, оно эхэмы, бидын ба, айбэгэти билет, ара, алады, балу, айбэгэти, болу, 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 бұл үйгі дегеға бейін сәтті кейі жатты. Бұл сүйбеттіс жағылыға өпайынденікті төт жасқа атарылып. Ол оны бұл анды дегулатарға құрықтан дегілек қарып, бұл анды. Құрықтан төт-төн бұл анды көштілуқаны бұл бұлтымды кәлінге бұл репервациялдың тіпет тұрғылар. Атарысы талияғат кенен тұттарайды дегілді олдар. Бұл именде уже барағы тұрар жүрді. Келедер келгеттері, оғыры, тәрінттелерін жөндірі бағдарды, правительство бағдарды, тұптардарды,
Рачуй пушки. Подинайте именно теги бу орбут мастер бу атакта, крипит атакта. Алпысла нарбума, но монюрек там бар атакта на тегерти. Это тим тим. Не фонура. Кюнай келе ми мадалды мадалды. Серьги тоқтай келе тәрчерки. Киемен. Манеке хей, деги бисап кене бағар. Атым бағат ипи. Просто им бар атакта Ханде мен бара арту тақында әбеялық туы, биялық туы, сүйіскі түттекке тақыдеттен сылдан ұран үйтіра бұдан ұрдық құрдас. Ол құрдық құрдық маңдық берлерге бұдан ұрдық, онында бұдан қансқалла сылас бұлдеті. Илі сылаға қағым бары, қанды бары қағым. Бекі байыстар бұдан антаға атағарары тұрамын. Кімерін дегер, Путинін дегер тұу, Россиян дегер тұу, әхе барады рағат жәбәп бет, бағанда бағат. Әхеге барағат қатшын дегер болғатақ. Әхе барағат ол компенсация тұу, тоқыт, күрежіктін тұу, маңдық саптарын ұйым барбақ келші. Әхеге барағат әргеттергеті бәйіға сүйе алтын қарысты. Эпитерин курдук, Георгий эпитерин курдук. Эхи бая семья ахир келян халы, халматын тугубар, анратас, тудан яга келян мандарак келян, бомба келян түспетин, нинен алан бақпана джибы курдук. Ол инмер бағаратчы. Тоғы жетерге, эхиге антақ баран баранды, төхөлі курдук, қайда сөздер бітірлер, қайдақ анраттын түрмек келян. Че, бихи болқасты, эхиге жұрт оғаттар білелік, Той дуат хайдак келага. Ихи он дуада бу. Эн төхө маннык борчан нахы метадахын аймактарын лугалы көрбөттер бу. Конечно, илне келаханы кен тутмактара. Ол бунан баран ихи хас бир анта бара келли ихи бир санала бу. Ондан ду болу болуқта ата жем ойлата бутер күннете қатылды бу. Эн келенген бейен төрөбіт ескейбет иен аған эбеден бейен тұттығы тиягын Бен квартиран анын қайтаға дейді. Әйкергейінген қаптала қаптылген таптыр оқылғын бейіғын ағын қарақтығын әң қайтап көрігін. Петер Сотай болып, одан кәрдің бұл. Әбетен ән жинақ, көйен қотон, герой болы. Кәдірін ән ғорын ұсқылыға, ән ұсқылыға, мен ағын кәр біте, мен ағын көйігі бәтәлі ғоржанна, герой кәп сейден көрді, оны Кеде патриотизм деңге қайдақты беремі, кен дұған беремі. Ол табақсыр бұл, наркоман бұл, қанадес бұл, англичан бұл, бейске еғатан ұнай тұлдары жемі көп бұл. Өйтіақ тұлдары ғой бұтынығынан ең, жон мұқамдың әрі қанын бұй бұл, жүрек лондон бұл, онлық жені тоқтаватан, инер ұлықтыру көріп, инер арғыдықта барыс көйін Эхи, эхи бұл үшіптандар бұл құрты, кенелер үшіп құрттыр, эхи тоқтан тұраныңлар қағар қатақтар болды. Кенелер тағақтыр бұл кенелер, кенелер кеміне әліп біттіре, бағар сабытыныңдер бір тұлдарын, үшвет тұл жәнілер көрігенлер, мүмденлер кенеге тағақтыр құрттыр. Кенелін кейбасылы болыр қатақ, кейбан күнан баран әтейбеді. Қолығыр болды құтын бағарға жегіптер жегіптер. Әхет әскеттер өтер қолығыр болы жоңын бұйан болды. Беге чулу сүлеячылар бұр, беге чулу артистар бұр, беге чулу ете сақабы сенім тұрғығар, Россиям тұрғығар, дәрдер қанын өзден депутаттар бұр. Чиновниктар деген еңілдері құрды болғанда беге талғыт бәрі бас көз жоңы ол болында дейін әкер Ол болында беге бір астар бұр, ол болында беге үшталар бұр. Бейінді сағыққа, қосқолаға, интернетке үйдер жөмін. Ол жүндер еңді. Ондан сен еге, еге қайтақ әне, Алқастағын герой болан қағын түрегіне өмеған болады. Оны өте, жүндер геройдар жән, бұл қығақала ұлықтан, күннәғі қығақтан, ұтабаққа, соңғағаққа, оны тұрып жөмін. Қолыра дейін бүйе қолыр, бейші еңді. Только вот я из него батя приехал себе все. Но это ну так ты где? Семь дней по русской манне. Кун сильнее, то ли кельда хотели.
Kimdir pedeyiza bu eniye veraha enkinin tapıkta fındi. Olur mu rahatsız biz olalım bize. Bu ihramın iyiydi. Mamadan bu en mamadan enkinin tapıkta fındi. Kimdir pedeyiza. Ahın tapta sarılav gün, ahın tapta sarılav gün. Bir bakım var dedi. Olur mu? Yıkıl bir duva tapta. İnstinkt vesaire de tafı. İnstinkt en tenike olurken terapi olurken onu bilmiyor. Olur, dünya patriği bilmiyor. Dünya olurken. Duyduğa, Alaska, Balvan'a, Hülsiri'ye etaptan olurken. O yüzden de belli sakalar buradan varan bir kanları kusmasına kanlara tavırlar diye kanlara Allah'ın düşündüğü Tolkoya fakir gibi bir kadarı yüzeyeceğim burada. Yani bilgi değeri biz kurduklar var. Bilgi kurduklarına az bir yolunu bir itibar bizim gidecek. O da Allah'a sıkçıkta bahara bahadaki. O olur. Bunun az bir yolunu onun az bir kolun kanların, Allah'ın gözlerin kadıklarına gitmekte Pakistan değeri kenarası bir çatlar bir yer değindirmiş. O doğru bilgi. O yine de bilgi bu sahalarda tam baslarını tuhaf itibar, sil itibar. O değil. İle bu, bu itibar. Bilge fet dedi, kan. Onun bilgi, anne duyuna tafkat ettik. Tafkat ettik, ütçe, kumuslu da, onu da soğuktan. Doğuca dedi, bütün kolay yedir bile. Tıs kılını yüzgeçin dedi. Tıs kılın. Hristiyanlığı yenge ve imanlarının ben öğreteyim diye. Baştaki Hristiyanlığı dinleyeydi. Bana mücadele etti. Mücadele bu kadar. Bana bir internet kadar ilk görevlerini de. Ancak da dostluyum. Benim diyenler çekilmeyeydi. Bütün an bölümü doğuda çıktı. İtalanlara dinleyeydi görevlerini. Onun var dedi. Oraya bir hitap etmiyor. Olur ki. Kıyılar var. Наш музейный сотрудник для проведения обряда Аугас. Организатору мероприятия. Да, да, да.
большое спасибо вам, рассказ. Это было так, так хорошо, так здорово. Служу Отечеству. Да, мы вас ждем в нашем сердце. Георгия Александровича Малышева. Раз, два, три. И берегите себя. И Вячеславу Анатольевичу Соловьеву. Настоящий патриот. Пригласим вас для дальнейших уроков. Так, и мы хотели бы передать благодарственные письма, ну, скорее всего, передадим их Петру Савинову, вот, чтобы ты передал своему начальству. И вот для ребят, всем вам будут вручены сертификаты о том, что вы приняли участие, о том, что вы изготовили такие береги и так далее, да. И видеозапись нашего мероприятия, оно будет выложено на YouTube-канале нашего музея, и оно вошло уже в историю Якутии. Всем спасибо за внимание. Мы очень благодарны, что смогли организовать такое мероприятие, то, что вы нашли время, пришли к нам в музей, то, что с таким... Так искренне и душевно рассказали вот о таких вещах, очень сложных на самом деле, да. И надеемся, то, что наши обереги совместных арсалы все-таки сыграют какую-то свою роль, хоть малую, для наших ребят, которые сейчас находятся там. Спасибо вам большое за наше мероприятие.